Всем привет! Сегодня пойдет речь об датчике избыточного давления под типом марки Promo и DM. Ну, данный датчик используют для измерения избыточного давления в разных средах, ну, под типа газ, жидкость. Данный датчик имеет под квалификацию как аналоговый, предел передачи сигнала от 4 до 20 мА. Ну, давайте посмотрим, что находится внутри его по обзору. Стоит микруха. С ней идет 4 вывода. Это вот посадочное седло. Ну, давайте сначала. Данное посадочное седло, ну, седло резьбовое. Куда? Ну, как объяснить, куда вкручивается в другую резьбу, в трубу, допустим, данный датчик. Находится реостат, не резистор, точнее, а реостат. Вот здесь вот видно, стоит небольшой поршенек. Когда жидкость или газ давит на этот поршень, изменяется сопротивление. Данная микруха получает сигнал, обрабатывает его и выдает уже от 4 до 20 мА по двум сигнальным проводам. Давайте разберем подключение. Вот первый — это плюс 5 вольт, второй провод — это сигнал, третий — это общий, четвертый — тоже сигнал. Ну, два сигнала выведены здесь на данный момент для того, чтобы, ну, допустим, поршень ушел вверх. Ну, вот это сигнал максимума, это сигнал минимума. Это вот сигнал минимума. Четвертый, второй провод. Это сигнал максимума. Вот. Ну, еще его называют как аварийный. Вот. Ну, он подключает. Ну, подключить его можно к ТРМ-ке. Ну, с ним еще промо продается. Блок. Вот. Ну, к немецким. К Сименсам тоже подключается и хорошо работает, в принципе. Вот. Вот данный датчик избыточного давления 2010 года. Вот старенький. Жалко, захотел вам показать. Дать обзор. Вот. Ну, вот это типа дневника. Откручивается. Сюда провода подключаются. Вот сюда провода подключаются. Уже вытягивается на прибор. Вот. На искра защищенный. Можно устанавливать его. А, газ. Измерять давление газа избыточное. Уже на воду. По агрессивным средам. Ну, агрессивным средам немножко другие используются. Вот. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь. Ставьте лайк. Ну, конечно, пишите комменты. Кого что интересует, отвечу сразу.